Пономаренко Владимир Николаевич, учитель математики и информатики. Учителем года Самарской области стал преподаватель математики и информатики 132-й школы. Педагогический стаж Владимира Пономаренко – 3 года. Победитель считает, что в век IT-технологий важно сформировать у детей инженерное мышление. Поэтому на его уроках ученики занимаются расчетами для современных роботов и показывают отличные результаты. Я очень рад и горд, что победил в конкурсе. Учитель года, когда я 3 года назад пришел в школу, у меня возникал один вопрос – смогу или не смогу? Вот сейчас я уже точно могу сказать – я могу. В этом году заявки на конкурс подали 800 учителей со всей области. Жюри оценивало не только профессионализм, но и новые подходы в обучении подрастающего поколения. Самарская область за последние несколько лет сделала настоящий прорыв в сфере образования. В 4,5 раза выросло количество детей, участвующих в школьных олимпиадах различного уровня. В 2 раза число завоеванных медалей. Учителя, которые подготовили победителей предметных олимпиад, получают прибавку к зарплате от 15 до 99 тысяч рублей в месяц. Я не раз говорил, и в послании это говорил, что для нас, ну, лично для меня, как губернатора, работа или развитие образовательной сферы – это на самом деле вопрос номер один. Для области гарантия того, что мы воспитаем поколение, которое точно обеспечит великое будущее нашей страны. В этом году на счету самарских педагогов еще одна значимая победа. Учитель английского языка 41-й самарской школы Николай Казаков одержал уверенную победу во всероссийском конкурсе «Педагогический дебют 2017». Как отмечает статистика, в 2016 году количество молодых педагогов впервые в нашей истории догнало количество педагогов пенсионного возраста. И все это благодаря вам, благодаря поддержке нашей власти. По традиции, лучший учитель года, помимо диплома и денежной премии, получил в подарок машину. Но расслабляться некогда. Теперь Владимир Пономаренко будет представлять Самарскую область на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Лариса Шлафаст, Максим Гусев. События.